Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос истинный Бог наш, молитвен причисти о Своей Матери всех святых, помилуй и спаси от нас всякого зла, человека, любец. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Небольшое поучение о том, что вера как доверие Богу. Вера – это не просто, что знать, есть Бог, и на этом успокаиваться. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Книга Бытия, 15 глава. Вера, как и любовь, предполагает наличие отношения. В Священном Писании слово «верить» используется в значении «доверять», «вверяться», «полагаться на Бога». Примеры полного верение себя Богу, то есть веры, является праотец Авраам, который верил себя Богу вопреки естественной невозможности исполнения обещанного. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое», говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 4 глава. Бог обещал Аврааму, что от Исаака произойдет народ великий, многочисленный, вместе с тем Бог испытывает доверие Авраама себе, когда повелевает ему принести любимого сына в жертву. Авраам веряется Богу всем своим существом. Он осознает, что Бог знает, что говорит. Авраам верит обещанию Божию. А потомство от Исаака, несмотря на очевидное противоречие повелению о жертве приношении сына. Преподобный Ефрем Сирин в своем слове о Аврааме и Исааке, а также святитель Григорий Ниский в слове о божестве сына и духа и похвала праведному Аврааму, очень эмоционально описывает тяжесть испытания доверия Авраама Богу. Не только современным людям кажется испытание Авраама жестоким. В древности люди отчетливо видели суровость Божьего повеления, без попытки смягчить, оправдать испытания. Доверие человека Богу проявляется в осознании, что всеведущий Бог знает, что говорит. «Бог усмотрит тебе жертву, сын мой», говорит Авраам Исааку. Полное верение в руки Божие видим мы на этом примере. Авраам не поддался неверию, но остался тверд в вере. Апостол Павел символически называет Авраама отцом всех верующих. В ситуациях противостояния иудеев с Иисусом Христом неоднократно первые подчеркивали свою кровную принадлежность Аврааму. Принадлежность роду настолько переоценивалась иудеями, что они не видели своего духовного несоответствия Аврааму. А если бы вы были дети Авраама, то дела Аврааму делали, говорит Христос, Евангелие от Иоанна, 8 глава. Авраам назван праведным из-за своей веры, доверия ему. Дела Авраама подтверждали имеющуюся веру. Бог пришел к Аврааму и предложил ему оставить и дом, и друзей, и род свой, и средства пропитания, сказав ему, «Если ты совершишь сей великий подвиг веры, ты станешь отцом великого народа». Авраам поверил Богу, не отговариваясь, не сомневаясь, он пошел, не зная, куда идет. Авраама поставил в особое отношение с Богом его полное доверие к Богу и его совершенная готовность отдать свою жизнь в его распоряжение. Для апостола Павла именно эта вера Авраама побудила Бога назвать его праведником. Основная же мысль иудеев, с которыми полемизирует апостол, заключалась в том, что человек должен заслужить благосклонность Бога. В Евангелии Господь Иисус Христос призывает людей к доверию. «Не бойся, только веруй».
Говорит он начальнику синагоги: страх – это признак недоверия. Призыв не бояться, но веровать. Встречается в Новом Завете многократно. Аминь. Аминь. Миром Божьим.